Всем привет! Меня зовут Серега Литовец, и мы, как всегда, на канале «Мошенники звонят по телефону». Обязательно после просмотра ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии, если, конечно, вы не Поляница, Иванов или похожая нечистая сила. Всем приятного просмотра! Алло! Здорово! Кто это? Роман, это Пресняков, Финансинвест, касательно вашей регистрации. А, здорово, Роман! Здравствуй, что там, скажите, какие вопросы, да? Что непонятно, что нужно еще раз объяснить? Насчет чего? Насчет заработка пассивного в сфере биржевой торговли, там, где вы оставили свою регистрацию. А, Вася, это регистрация, что я хотел это туда дальше пройти, не прошло, только я свои данные оставил, а информацию никакую не смог взять. Вот, так я же для чего набираю, чтобы вам помочь приступить к дальнейшей работе, чтобы вам помочь активировать ваш счет. Ага. Скажите, вы вообще имеете опыт, да, в сфере инвестиций в биржевой торговле? Не, знаете, что это такое, как это работает? Никогда не имею. Опыта нету, да, как такового? Ознакомливались ли с информацией? Понимаете, что такое вообще заработок на финансовых рынках? Не, ну вообще так, ну минимально. Минимально. Смотрите, давайте так. Мне, да, необходимо, да, там, по регламенту вам задать некоторые вопросы, чтобы я понимал, что вам предложить, как мы будем сотрудничать вообще. Для начала скажите, сколько вам полных лет? Я совершеннолетний. Что? Совершеннолетний. Еще раз не понял, что говорите. Я совершеннолетний. Я понимаю. Все же полных лет сколько? Это важно очень. Хорошо. Давайте так. Вы хотите сразу к конкретике приступить? Вы знаете, что нужно делать? Или все-таки может... Я лучше знаю, да, что нужно, как приступать к работе и так далее. Ну тогда какая разница, мне 35 или 29? Если объясните, то пожалуйста, в чем разница? Просто я хорошо, не могу понять. Хорошо, смотрите, давайте так, Арлита, вы свой торговый счет активировать готовы? Ну вот действительно так скажите, вы знаете, что нужно для активации торгового счета? С какой суммы хотите приступать к работе? Что для данной сферы нужно? Вы это все понимаете, знаете? Нет, то, что конечно. Будете зарабатывать на торговле, да, на разницу, вы... купли-продажи. Нет, конечно. На фондовых рынках, на товарно-сыровых рынках. То есть в этом всего понимания нету, правильно? Угу. Ну, вы скажите, вы хотите, я так понимаю, да, иметь пассивный заработок, да, в нашей сфере. И обучение, сопровождение, аналитику от наших экспертов, правильно? Ну, вообще-то я хотел, Вася, инвестировать крупную сумму, чтобы это долгосрочный инвестиционный пакет какой-нибудь купить, ну? Хорошо, смотрите, естественно, да, для того, чтобы вы могли приступить к полноценной работе, вам нужно активировать ваш торговый счет. Mm. Да. Вот, на какую бы сумму вообще вот хотели бы изначально активировать свой торговый счет? Я хотел бы, ну пока, если вы мне объясните, что к чему, как работают, какие проценты работают, то тогда я смог бы уже назвать сумму. Смотрите, да, работа идет на международных финансовых рынках, на фондовых рынках, на товарно-сыровых рынках, на валютных рынках, абсолютно, да, на всех рынках, которые существуют в данной сфере. Да. Работа идет в сопровождении наших экспертов, аналитиков, да. Mm. Есть, так как, возможность долгосрочных, да, депозитариев, также есть и возможность ежедневного пассивного дохода на краткосрочных сделках. Mm. Понимаете, да? Mm. Естественно, это разный план стратегии, естественно, это разный подход. Есть система накопительного, да, счета своего торгового, есть система, где вы выводите прибыль ежедневно. Долгосрочный инвестиционный пакет в месяц на какой процент работает? Плюс-минус. Смотрите. На какой процент вы имеете в виду от чего? От вложенных денег. Ну, грубо, смотрите, если 100 тысяч вложить, да, в месяц, сколько процентов что? За... Грубо, если возьмем 100 тысяч вложить, за месяц сколько процентов плюс будет? Вот скажите, вы уже готовы работать с такой большой суммой 100 тысяч? Я спрашиваю просто грубо, чтобы процент узнать. Смотрите, если работать, естественно, да, по схемам и по
инструкциям наших аналитиков, можно выйти на доход 30-40%. В год? С первого месяца. В чем? В месяц. Ага, в месяц. В чем суть? В чем суть, да? Вы работаете на активах, да, на купле-продаже ежедневно. Вы имеете возможность, да? То есть вы не приобретаете какой-то актив, который вам всего лишь через год даст прибыль. Прибыль будет идти ежедневно. Просто есть возможность работать на автоматизированной программе. Что это означает? Это программа вместо вас подбирает вам, совершая сделки в купле-продаж по тем схемам, что мы выстраиваем, по тем прогнозам, что работают наши аналитики. То есть вся суть дохода — это сотрудничество с нашей компанией, это получение от нашей компании прогнозов, аналитики, информации новостной, да, на чем, когда, где можно заработать. То есть я бы вам рекомендовал, да, приступить бы к работе действительно, да, с какой-то минимальной суммы. Смотрите, вам сейчас достаточно на данный момент, чтобы успешно, полноценно активировать свой и приступить к работе, активировать свой торговый счет, да. Естественно, да, для работы в данной сфере, естественно, да, смотрите, для работы в данной сфере нужен специальный, да, биржевой валютный торговый счет. Это счет, который закреплен за вами, который вы можете ежедневно посещать, который, где вы управляете своими финансами, да, и контролируете все ваши сделки, все ваши доходы, всю вашу прибыль. Вот, смотрите, да, для активации своего торгового счета достаточно на сегодняшний день сделать минимальную активацию на $200. Счет, естественно, долларовый, так как идет доход на международных рынках и в международной валюте. Смотрите, это там порядка, да, 180 евро. То есть эта сумма более чем достаточно, чтобы приступить к работе, увидеть результаты. Один, два, три дня поработать, освежить сделки. В дальнейшем, естественно, во-первых, вы, если вы захотите, да, вы можете туда пополнить свой торговый счет. Если же нет, вам понравится так, как есть, вы можете, если вы каждый день прибыль не выводите, да, у вас сумма каждый день возрастает. Просто это с моей идеей не сходится. У меня идея другая, а вот это ваш принцип работы другой. Что-что? Идея моя не сходится с принципом вашей работы. Хорошо, вы хотели каким образом работать? Я хотел сразу купить пакет акций и получать дивиденды. Я понял, смотрите, такой заработок возможен, сотрудничая с нами. Это можно сделать, конечно же. В этом нет никакой проблемы. В любом случае, да, вы изначально активируете свой торговый счет. В любом случае вы знакомитесь с аналитиками. Верификация, подтверждение личности, да, что все официально, все легально, что вы живой человек и что это ваши деньги. Это все нормально, это все. Работать на дивидендах тоже можно. Но вы сами понимаете, что это доход меньше. Да, здесь меньше нужно уделять внимание, здесь не нужно тратить на это каждый день своего времени, и не нужно работать с автоматизированной программой. Вот но я это и хочу, меньше. Я точно это и хочу, да. Хорошо, смотрите, давайте так, давайте мы с вами активируем счет, поработаем день-два, и уже выстроим вам подходящую стратегию, как вы хотите с нами сотрудничать. Договорились? Ну, я не знаю, а как поработать, где поработать? Смотрите, давайте так, я вам сейчас помогу активировать ваш торговый счет, и будем с вами приступать к дальнейшему сотрудничеству. Договорились? Давайте так, не будем говорить ни про какие большие суммы, сделаем минимальную техническую активацию, то, что более чем достаточно для данной работы, чтобы вы хотя бы увидели результат, чтобы вы немножко поняли, да, как это работает, чтобы вы увидели первые зачисления, а потом уже с вами будем выстраивать дальнейшую стратегию. А это вы какая компания вообще? Финанс Инвест. Финанс Инвест. А вы много регистраций прошли, скажите? Нет, я две регистрации прошел, но Финанс Инвест я не помню что-то. Сколько вы регистрации проходили, скажите? Я две регистрации прошел. Одну книгу и одну заработок. Это там, он говорил, вы каждый день тысячи долларов будете получать. Power Trend, это вы имеете возможность, да, получить аудио и книгу от нашей компании после активации своего торгового счета. Как? Там написано было, это я книгу просто хотел прочитать. Смотрите, как у нас происходит работа. Естественно, да, вам будет после активации выслиться, да, аудиокнига, с которой вы сможете ознакомиться, читать, интересоваться, да, и сразу же параллельно, да, вы получаете практику на обучение, то есть где у вас идет обучение на реальном времени с реальными счетами. То есть вы имеете возможность сразу получить доступ, да, ко всей необходимой литературе и параллельно же сразу, да, иметь
опыт, чтобы понимать, ну, чтобы, когда вот ознакомлюсь с информацией, чтобы вы понимали еще и на практике, как это происходит. Одно дело, поймите, да, просто читать книгу, не имея практики, не имея возможности увидеть это вживую. Ну, это, как вы знаете, не совсем правильно. Поэтому вот в чем и суть. Активируйтесь, вот вы являетесь нашим клиентом, да, вы проходите обучение, сопровождение и также обучение. То есть, и таким образом у вас получается бесплатное обучение, бесплатная книга и так далее. Понимаете? Просто, честно сказать, не понимал. Я хотел книгу прочитать, но получается, что книгу прочитать нужно... Так, без проблем. $200 заплатить. Без проблем. Я же вам и говорю, активируем с вами счет. У вас будет ваш торговый счет. У вас будет сразу же книга. И вы сможете все, что узнаете, да, книги сразу же применять на практике. И еще в этом дополнительно вам будут помогать эксперты нашей компании. Угу. Это является правильным. Это есть подход, да, который мы уже несколько лет применяем в практике, и только таким образом у людей получается и знания получить, и опыт, и увидеть все на деле. Закрепить, так сказать, все, что слышишь, видишь результатом. Угу. Чтобы это быстрее прояснялось, чтобы быстрее было понимание. Угу. А это договор, как мы будем это делать? Все происходит в онлайн-режиме, естественно. Угу. Естественно, да, естественно, для работы у вас свой личный кабинет, где у вас полностью все ваши счета видны, где полностью у вас есть доступ ко всем рынкам. А получается, это я в это новый счет в банке должен открыть, да? Нет, вам нового счета в банке не нужно. Вы, когда у нас оставляли регистрацию, вам по межбанковской системе уже создался торговый счет. Сейчас, на данный момент, вам всего-навсего его нужно активировать, и вы можете к нему подвязывать ту карту, которая у вас уже есть. Да, ну, вам не нужно создавать никаких... счет есть. Не банковский, а биржевой. Биржевой валютный международный счет. Деньги я ведь в банк должен послать, я ведь деньги на биржу не могу послать. Что-что? Деньги я ведь в банк должен перечислить, а не на биржу. Вы делаете переводы с своего банка на свой биржевой счет напрямую. Не, на бирже так может быть, это деньги в банке должны быть. Смотрите. Деньги с банка могут только в банк уйти. Вот, к примеру, смотрите, давайте так, чтобы было проще. Вы пользуетесь каким банком? Я Австрия банком. Что? Австрия банк. Вот. Вот, у вас есть дополнительно, да, вы когда проходили регистрацию, вам создался биржевой торговый счет. Вы со своего банка, со карты своего банка, делаете перевод на свой биржевой торговый счет. В этом я вам могу помочь. Uh-huh. Я вас, собственно, для этого и набрал, чтобы помочь вам активировать торговый счет. Также предоставить вам все данные, то, как вы можете пользоваться своим личным кабинетом, ваши логины, ваши пароли и, естественно, да, настроить вам платежную систему. Вы мне скажите, вы вообще вот как планируете контролировать работу и свои счета? С телефона, с компьютера, с чего будете работать? Я? Ну, или с планшета, да, или с телефона. Хорошо, смотрите, давайте так, мы сейчас с вами установим обучающую программу, я вам все продемонстрирую, покажу, чтобы у вас, да, не возникало вопросов, где, что и как, чтобы вы это наглядно все увидели. Или, возможно, скажите, уже установили обучающую программу? Какую? Установили обучающую программу, нет? Какую? AnyDesk, есть у вас такая программа? Не, откуда вы? Я вас понял. Хорошо, тогда берите, вы с планшета, с телефона, с чего будете работать? Я, с телефона. Вот в данный момент. С телефона. Хорошо, тогда ставьте меня на громкую связь или гарнитуру одевайте, как вам удобней. Зайдемся с вами в Play Market, установим программу, и я вам все покажу. А для чего эта программа? Что? А для чего эта программа? Специальная обучающая программа для удаленной демонстрации вашего рабочего стола, ваших счетов и вашего личного кабинета. Чтобы я мог вам наглядно все показать, так сказать, провести инструктаж. А что, я так не смогу его пройти, что ли? Там что, много чего надо это... Я честно сказать, я не знаю, сможете вы или не сможете. На данный момент мне нужно, чтобы вы понимали вообще, ну, был ли у вас опыт, знаете ли вы, видели вы вообще, как вот выглядят торговые счета, сможете ли вы разобраться, я что-то сейчас сложно понимаю. Не знаю, я слышал, там только две кнопки, купить, продать. Что?
Там только две кнопки, купить-продать. Смотрите, при чем здесь купить-продать? Давайте так, вы к нам обратились для того, чтобы зарабатывать и обучаться. Поэтому я специалист в данной сфере, да? И давайте мы будем делать так, как я говорю. Так, как это работает, а не так, как вы сами себе там придумали. Ага, окей. Договорились с вами? Да, да, конечно. Все, замечательно. Тогда ставьте мне на громкую связь и делаем так, как я говорю. Заходите в Play Market. Сейчас установим с вами программу. Сейчас. Куда надо зайти? Хорошо, смотрите, вы с планшета или с телефона сейчас заходите? Я с планшета. С планшета. У вас планшет Android или у вас Apple? У меня... А что это значит? Операционная система. У вас Android или iPhone? iOS? А, у меня это... как его? Какой это? Samsung. Samsung, Android. Замечательно. Да. Заходите в Play Market. Да. Play Market. Заходите там, где вы игры, приложения качаете. Захожу. Отлично. Поисковую строку видите там? Поиск игр и приложений. Да. Замечательно. Пишите в поисковой строке слово «Ани Деск». Так. «Ани Деск». Да. А, вышло. Тут красные, белые эти, параллельные ромбики. Красный ромбики. Квадратик, белый ромбик внутри и стрелочка вправо, да? Да, да. Все, замечательно. Нажимайте на эту программу, нажимайте скачать. Которая первая или которая вторая? Которая первая. Потому что вторая тоже такая. Что? Вторая тоже такая. Нажимайте на первую. Нажал. Отлично. Установить, скачать кнопка появилась, нажимайте. Нажал. Все, супер. Процесс загрузки сейчас у вас идет, да? У вас показывается в левом верхнем углу проценты, да? Начался. 7%. Хорошо. Отлично. Это у вас Wi-Fi, да, или мобильный интернет? У меня Wi-Fi. Вот, замечательно. Значит, у нас с вами должно все быстро получаться. Ну, у меня слабенький интернет. Слабый интернет? Такой, да, вы говорите, только Wi-Fi. 11%. Хорошо. Ждем тогда. И сразу так, сегодня хорошо, я начну зарабатывать. Что? Еще раз вопрос повторите, я не расслышал, что вы сказали. Прямо сегодня я начну деньги зарабатывать. Да, мы сейчас с вами все сделаем, я вам помогу. И сегодня мы, естественно, приступим к работе. Я же сейчас с вами именно об этом и разговариваю. Ага, я понял. Замечательно. Двадцать 26%. Хорошо, ждем. Смотрите. Вы вообще скажите, вот вы в данный момент, я так понимаю, у вас постоянно работа есть, да? Я вам звонил, вы на работе. Это вообще чем занимаетесь, где работаете? Я тренер по шахматам. Да вы что, серьезно? Да. Отлично. И сколько у вас большая команда? Да, у меня и команда большая, и учеников много, и, ну, хватает. Я понял. У меня просто как-то с детства с шахматами плохо сложилось. Ага. Не хватало терпения на работу. Как бы в принципе понимаю, да, что как, но терпения вот не хватает. Ага. Хотя дед у меня, помню, всю жизнь во дворе сидел и играл. Дед? Даже в каких-то турнирах участвовал. Ну, а у вас впереди есть какие-то заслуги, победы? Алло. Да, да. Говорю, какие-то есть уже достижения, заслуги, победы? Конечно. В турнирах, возможно. Конечно. Вот вчера
соперника уничтожил. Прямо уничтожили? Уничтожил полностью. Положение Цугцванга поставил, его любой ход значил проигрыш. Что бы он ни сыграл, это был мат. И соперник сдался без боя. Я так понимаю, это вам еще доход приносит, правильно? Да, это мой основной доход. Вася, это не маленькие деньги. А сколько, если не секрет, получается зарабатывать, да, обучая людей шахматам? Ну, один час у меня 120 евро стоит. Час 120, час обучения 120 евро? Да, конечно. Ничего себе, и сколько вот неделю часов, скажите, тратите на обучение? Много, много. Себе даже не остается времени. Много, очень что, много. Что, не понял? Очень много времени уходит, очень много. Все время мое в основном шахматы уносят. Я так понимаю, да, более 5000 евро дохода составляет от обучения, правильно? Больше. Больше. Я вас понял. Так, хорошо, что там, скажите, у нас с вашей пресс-программой? Да, 62% уже. 62? Я понял. Я так понимаю, да, вы всю жизнь уделили шахматам, да? Да, всю жизнь я уделил шахматам. Как говорится, с печкой в руке родился. Хорошо, да. Скажите, часто приходится выезжать на турниры какие-то между городами, там ездите по другим странам, да, я понимаю, правильно? Да, да, конечно. Это европейские турниры, всемирные турниры, спартакиады школьников, спартакиады, ну много, очень много турниров разных, европейского масштаба, всемирного масштаба. А скажите, вот вы, собственно, да, обеспеченный человек, который зарабатывает на жизнь таким вот трудом, да? Да. Зачем вообще вот обратились в данную сферу? А, так, просто интересно стало, ну. Думаю, что эти деньги у меня в банке лежат на 2%, лучше давай куда-нибудь пристрою, чтобы они 20-30% приносили. А смотрите, вы, это, да, вы зарабатываете, понял, да? В этой компании, что ли? У вас нету своего счета там у сотрудников? Ну, естественно, да, я зарабатываю. И как получается? Смотрите, точно так же, да, на мировом международном рынке, в моем инвестиционном портфеле более 120 человек, да, которые со мной работают уже не один год. Также, да, у меня есть команда. Касательно, да, того, как мы работаем, объясняю вам. Работа идет, вот, да, как у вас есть своя команда, которую вы обучаете, предоставляете стратегии, информацию, новости. Также у меня, да, команда. Естественно, да, мы заинтересованы в сотрудничестве, не в краткосрочном, а в долгосрочном, да. Моя задача обучить, сопроводить, да, чтобы не было никаких проблем. Также, естественно, аналитику и прогнозы, где, на чем можно зарабатывать. И, естественно, да, мой интерес – это то, чтобы вы зарабатывали, так как мой доход составляет это процент от вашего чистого заработка. Угу. То есть и моя заинтересованность – это проценты от вашего чистого заработка. 10% комиссии от чистого дохода. Угу. Понимаете? То, что я заработаю, 10% вам. А сколько лет уже в этой компании работаешь? Всей полностью, да, деятельностью моей компании идет полных 12 лет. Там и пару месяцев, если быть точным. Бля, 12 лет в компании работаешь, и это, на телефоне сидишь? Что? Говорю, 12 лет в компании работаешь, и на телефоне сидишь? Ты сейчас должен на Майами на пляже лежать, загар принимать. Как ты на телефоне сидишь? Нет, смотрите, это все, естественно, происходит. Ага. Я отдыхаю,
Да, это больше как хобби, да, я отдыхаю, таким образом я зарабатываю. Мне не важно, да, нахожусь я на работе или нахожусь на отдыхе. Вот шахматы, это точно так же ваше хобби. Только вы совмещаете полезное с приятным. Так же и я. Вы получаете, да, деньги от своего хобби и еще получаете удовольствие от того, что вы даете уроки и обучаете других людей этому мастерству, правильно? Да, конечно. Так же и у меня. Естественно, точно так же и я работаю. То есть более 12 лет уже. Я зарабатываю, ну, неплохие деньги, да? И еще от этого получаю удовольствие, да, обучая других людей. Предоставляем сопровождение и обучение в том числе. Да я вот и даю возможность другим людям так же, таким же образом, как и я, на финансовых рынках зарабатывать. То есть делюсь своим мастерством и знаниями. Ага. Да. Ага. Анидеск. Удаленная программа. Что там, установился уже, да? Да, вот это устанавливается. Тут так, там... хорошо, смотрите. Говорите мне, что видите, чтобы я вам подсказал, что, как правильно устанавливать. На Anidesk программа удаленного доступа. Многие люди пользуются этой программой. Но, к сожалению, этой программой... Смотрите, я вам объясняю. Это программа для обучения, да? Чтобы я, грубо говоря, как вот учитель в школе, да, мог вам указочкой по доске показывать, где, что, как правильно нажимать, как правильно что настроить. Как правильно выходить на рынки, активировать свой счет, выводить прибыль, ну и, в принципе, полностью все сопровождение. То есть, грубо говоря, как экскурсовод буду для вас. Угу. Понимаете, скажите? Угу. Это вот. Тут то есть... написано, мошенники, да, пользуются этой программой. Естественно. Естественно, они тоже пользуются этой программой. Этой программой пользуются абсолютно везде. В учебных заведениях, да, в школах, в институтах. Мы пользуемся этой программой для того, чтобы обучить, чтобы сопроводить. Ага. Понимаете? Ну, это как в шахматах. Вот скажите, если вы кому-то просто предоставите на словах, но не показав на доске, как правильно выглядит фигура и как правильно ими ходить. Кто-то что-то поймет только на словах. Только на словах? Нет. Вот, естественно, нужно показать, да, нужно рассказать, как какие фигуры выглядят, как они ходят, какие фигуры приоритетнее. Вот то же самое здесь, вот и, собственно, для этого и нужна программа, чтобы я мог вам все показать, продемонстрировать и рассказать, где какие приоритеты. Понимаете? Ага, понял. Вот, загрузилось уже. Ну, согласитесь, лучше один раз увидеть, да, нежели... 100 раз услышать. Да, конечно, 100%, я согласен. Вот, правильно. Хорошо, что там у вас, скажите, программа установилась, да? Да. Что сейчас видите там? Тут это, вижу английские две буквы и 9 цифр. А, ваш ID-адрес и 9 цифр, правильно? Да, написано ID. Вот, смотрите. И 9 цифр. Смотрите, вот эти 9 цифр мне продиктуйте по 3 цифры, чтобы я мог вам отправить запрос о безопасности. Ага. Это чтобы все безопасно было, да? Что? Это чтобы все безопасно было. Да, естественно. Диктую. Диктуйте, да. 177. 177. 489. 489. 465. 465. Так, смотрите, сейчас я отправлю запрос. У вас появится окошко с предупреждением о безопасности. Mm. То есть, которое вам нужно будет, естественно, да, правильно подтвердить. У вас появится кнопка «Принять». Чуть ниже под кнопкой «Принять» появится 2 пустых квадратика. Там будет указано, да, с риском я знакомлен и больше не спрашивать. Ваша задача будет правильно все подтвердить. То есть вы сначала нажимаете на 2 квадратика, потом нажимаете на кнопку «Принять». 2 квадратика, чтобы у них появились галочки, и потом кнопку «Принять».
после того, как появится, как у вас появится предупреждение безопасности. Скажите, вам понятно, да? Да, да, конечно. Все, справитесь? Сейчас смотрите, очки найду. Смотрите, запрос по времени ограниченный. Вам нужно будет успеть все сделать там, в течение 5-7 секунд, если я не ошибаюсь, хорошо? Ага, потому это выкинуло, наверное, меня сейчас. Сейчас очки найду. Так, очки. Хорошо, смотрите. Смотрите, у вас сейчас запрос появился или не появился? У меня ничего не появилось. Хорошо, у вас на планшете ваш интернет включенный? Да, конечно. Хорошо. Меня выкинуло с этой программы. Так, давайте. А, вы выкинул? Зайдите еще раз в программу. Подожди, очки найду. Ну, блядь, очки нужно найти. Ищите. Блядь. А ты знаешь бабушкины очки? Бабушкины очки знаешь? Знаю. Откуда знаешь? А вы думаете, у меня бабушки не было, да, с дедушкой? А дедушка, с бабушкой тебе это научили? Что? Дедушка, с бабушкой тебе это научили? Нет, дедушку, слава богу, ой, не слава богу, а к сожалению, я не так долго знал. Ага. Хочешь, я тебе научу, что такое бабушкины очки? Ну, давайте. Это когда я тебе на голову сяду, мои яйца около носа будут туда-сюда, туда-сюда. Это бабушкины очки называются, прикинь. Я вас понял. Хорошо, что там, нашли очки? Да, нашел. Зашли в Анидес? Сейчас, подожди. Закрою это, все окна закрою, может не выкинуть больше. А. Так, хорошо, цифры видите? 177. Дальше сверим. Я уже 4 раза назвал. Это уже не по-пацански. 177, 489, 465, верно? Точно.
Только спереди две буквы есть еще. Что? Спереди две буквы есть еще. ID, да, дальше, 177. Да. Эдик! Эдик, блядь, Эдик, позвони этой... Так, первые две буквы, ID. Да. 177-489. Да. 465, верно? Верно. Хорошо. Подожди минутку. Эдди. Мне другу я что-то должен сказать. Эдди. Блять, эти дропы звонили, деньги не могут они обналичить. Быстро этих дропов сливай, новые нужны. Они бабки не смогли обналичить. Вчера по Сбербанку все, что хуйнули, они ни копейку не смогли обналичить. Этих дропов сливай, этих мулов новых надо, срочно, понял? Срочно новые дропы нужны, брат. Они деньги не могут обналичивать, уже спалились они. Давай бегом. Да, тут насчет инвестиций что-то, не знаю. Да, алло, я здесь. Вы скажите, вы со мной или нет? Я вам понять не могу. Не, это насчет дропов я говорил. Дропы деньги не могут обналичить. Я Эдику сказал, чтобы он их слил бы. Ну, нахуй. Нахуй такие дропы понятно, нужны. Хорошо. Принимайте запрос. Цифры ваши видите? Ты уже издевайся, конечно, вижу, Вася. Вот, 177-489-465. Так, а почему я подаю запрос, а вы не можете его принять? У вас интернет включен, что у вас там не получается? Ты такие странные вопросы задаешь, почему, откуда я знаю, от понедельника до субботы, почему 5 дней, а от субботы до понедельника 2 дня? Я что ли эту программу выдумываю? Хорошо, скажите мне следующее, у вас сверху слева три полоски есть? У меня? Не, я это в черном одет. Адидаса нету у меня. Сверху, слева, три полосочки имеются горизонтальные? На этой программе? Да. Да, конечно. Нажимайте. Зачем? Нажимайте на три полосочки, и нажмите на три полосочки и нажмите выход. Ага. Нажал. Открывайте еще раз. С программы вышли, вы сейчас видите рабочий стол вашего планшета, правильно? Не, я вижу это Play Market, тут написано открыть зеленым. Нажимайте открыть. Нажимайте открыть. Так, так. Нажал. Что видите? Что и до этого видел? Цифры? Я не могу к вам подключиться, не могу вам запрос отправить. Что там у вас? Как не можешь? Я даже Wi-Fi включил. Вы интернет можете выключить, включить? Сейчас выключу. Сейчас. Вы же со мной не по планшету разговариваете, правильно я понимаю? Конечно, я по телефону работаю. Ну и планшет у вас в руках, правильно? Планшет у меня в руках. Ну так вы... вы же Анидешку установили на планшет? Да, конечно. Так, проверили Wi-Fi? Выключили, включили? Да, да, конечно. Так, что там сейчас? Вы сейчас звоните детской девочке. Сейчас я на ногах стою, пока гимн играет. Ванидешка, зайдите. Сейчас две минуты подожди, гимн играет, нельзя. А пускай играет, господи, мы же с вами тут не о фантиках разговариваем. Давайте сейчас с вами закончим начатое. Пока гимн не играет, на ногах стоять.
Ванидашка, зайдите. Вася, а у меня вопрос есть, вопрос один. Давайте. Ты когда сосешь, ты губой трясешь? А, Гандила? Что? Когда сосешь, губой трясешь? А? Вы скажите, что ты растерялся, ёпта твою мать? Что ты растерялся? Когда сосешь, губой трясешь, говорю? Что, трудно ответить, что ли? А? Моя твоя плохо понимать. Что ты говоришь? Что ты спрашиваешь? Говорю, когда сосешь, губой трясешь, сучонок. А? Анидеш, твоей маме в жопу поставь и айди всему подъезду раздай. Так это же ты чтоб делаешь. Твоя мама это открытой жопой это айди Анидеском ходила бы. Я твой жени в рот ебал, я твой. Гандон, Анидеск поставь, говорит, $200 перечисли. Твоей маме Анидеск на жопу поставь и айди это объявление в рекламу сделай. Чтоб все ее эту открывалку знали бы. Ты сначала изо рта выйми Гандон, то, изо рта выйми то, что... Пошел нахуй я твой маму ебал, я твой. Как выйми я тебя целый час нахуй выпцел, скажи. Как я тебе и бабушкины очки еще на нос положил, а, Гандон? Целый час. Хорошо было. Отлично.